Следующий вариант использования скобок – это замена термина. Ну, вполне хороший такой вариант использования, поскольку в скобках указывается вариант использования термина более сокращенный, либо более понятный. И в данном случае я вот привожу пример, когда непосредственно в тексте нормы используется достаточно длинное название «Реестр участников региональных инвестиционных проектов», но предлагается в дальнейшем в главе использовать просто термин «реестр», что достаточно удобно и позволяет, в общем-то, экономить, ну, то есть позволяет реализовывать принцип текстуальной и, скажем так, семантической экономии, который существует в языкознании.